ДТП с участием такси произошло на перекрестке Чкалова и Уральской. Пострадавших нет. Статистика показывает, что такси стали все чаще попадать в аварии. Статистику аварии обнародовал начальник организационно-аналитического управления ГИБДД Российской Федерации Сергей Рыжов в ходе семинара по безопасности движения в Москве. За 10 месяцев 2019 года число ДТП с участием такси выросло на 60%. Всего произошло около 3000 аварий. При этом общее число аварий снизилось почти на 4%, а число погибших увеличилось на 41%. Раненых почти на 64%. Начальник организационно-аналитического управления отметил, что наибольший вклад вносит нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Также сказывается усталость таксистов. Из-за низких тарифов, установленных агрегаторами, их рабочий день длится 12-14 часов. В сети появилась информация о грядущей забастовке таксистов в разных городах в знак протеста и несогласия с тарифами, сообщает «Коммерсант».